Так, рыбы не нашли, зато сейчас грибов насобираем. Уж грибы-то тут всякое есть. Даже сыроежки вон брать не будем. Будем выбирать только рядовки и обабки. Кто-то тут уже лазил, но, надеюсь, нам что-нибудь оставили. Лесочек вроде неплохой. Хотя вот этот папоротник, где папоротник, там грибы плохо растут. О, блин, а бабки, ну, покрыты уже плесенью. Фига себе тут. Грибов-то как раз было-то нормально. Блин, то они от этого. Ну, то, что парит. Влажность. И грибы покрылись плесенью. Ну, грибы, значит, есть все-таки тут. Блин, сыроежек вон полно. Всяких разных, блин. Правда, уже тоже старенькие. Блин, хотелось бы нормальных грибов-то пособирать. Что-то, блин. Сыроежки меня уже, честно говоря, в этом сезоне не интересуют. А где белые грибы, где бабки? Все, август даже не начался. Но грибы уже куда-то делись. Что за фигня? Это какой-то на засолку рыжик, шмыжик. Вот, начало положено. Один есть нормальный. Немножко уже червивый, правда, но вполне еще съедобный обабок. Он был гриб. Был да сплыл. Ёперный его, нихрена какой здоровенный. И он уже практически... Да, вот была вспышка грибов, получается, довольно мощная. И все. Вот эта вот жара пошла. Слушай, ну, в принципе, неплохой. Да не, не буду я такой брать. Он уже весь уже в этом самом. Да. Короче, была вспышка грибов. Вспыхнуло, и теперь духотища началась, они начинают отмирать. Сейчас на следующей неделе небольшая гора будет дождя, ну, в смысле, ливни передают с завтрашнего дня, денька на три. Все это посмывает, посвежеет, и будем надеяться... Следующая волна грибов пойдет. Да еще наберем. Да и осенью опята еще попрут. Что расстраиваться. Ну, пока всего один гриб нашел нормальный. Что за фигня? Вот еще один красавчик. Уже на жареху насобирали. Этот еще более-менее нормальный. Тоже обабок. Все, уже можно жарить с картошечкой. Еще один найдем, и я буду совершенно доволен. На сковородку уже есть. Так, что это у нас фотоспышка работает вечно? Ну, вот он и третий. И даже, наверное, и четвертый здесь же, да? Да, тут еще один. Ну все, теперь я полностью доволен. Можно возвращаться. На пожарить с картошкой, на сковородку набрали. Что ты, сука? Вот и пятый. Вообще красавчик. Ну, одни обабки сегодня.
Белых не попалось. Ай, красавец какой. Да, сегодня, блин, вчера грибы делали, сегодня грибы. Короче, сплошные грибы в последнее время жрем. Ну, говорят, грибы полезло от раковых заболеваний. Кто ест грибы, тот раком не заболеет. На мышах проверяли. Поэтому не будем жаловаться, будем жрать грибочки. Тут нам решил попозировать паучок-крестовичок. Так, что так плохо видно? Блин, на деревьях концентрируется камера, на пауке не хотит. Блин, ну-ка сконцентрируйся на паучке. Ой, побежал. Народные приметы гласят, что пауки-крестовики за 2 часа до дождя, прячутся. А если сидит на паутине, значит, в ближайшие 2 часа дождя не будет. Этот мелкий морось не считается. Красавец вымахал. Эй, ты какой! Стоит прям на тропинке практически. Так, это у нас 6-й уже, да? Или 7-й? И они сперва... Все попрятались сперва такие. Нифига себе. А потом как прослышали, что дедушка Хулио снимает фотосессию грибную для своего YouTube канала. Как повылазили такие. Вот такие. И вот. Давай там позировать такие. Вот такие вот сиротские грибочки. Эй, давай достань свой фотоаппарат, я тебя щелкну грибами.